На данный момент у нас под орошением находится 7 тысяч гектаров. И в работе уже 3 проекта. Надеемся, что на следующий год уже будет 10 тысяч гектаров. Мы протестировали несколько культур. Основная, конечно, культура кукурузы. Но по нашим площадям это самое то, что необходимо, то, что дает хороший эффект. Наряду с другими дождевателями Комет очень хорошая такая система, да, обладает теми особенностями, что капля равномерно распределяется, она ровная, и как бы особенно при всходах, когда еще растения небольшие, это наилучший эффект, равномерное распределение дождя или влаги на почве. Конечно, это похоже как на натуральный дождь. То есть для растений это не стресс, а именно то, что необходимо. Наш регион, левый берег Волги, Саратовская область, как и Волгоградский, Оренбургская область, это очень резко континентальный климат. У нас сегодня будет 36 градусов, через 5 дней будет 40 градусов. Это держится уже на протяжении 2 месяцев, поэтому это единственный выход, чтобы хозяйство устойчиво работало. При проектировании карты дождевателей необходимо учитывать множество параметров, такие как интенсивность, процент перекрытия, равномерность распределения воды по полю. И постоянные полевые испытания показывают, что не все дождеватели одинаково эффективны. Команда Комет готова предложить инновационный и технологичный продукт. Мы уверены в нашем продукте, и, получая обратную связь от наших друзей и партнеров, мы стремимся удовлетворить их потребности для получения наилучших результатов на поле. Комет. Innovative Irrigation.